Начинаем! И снова здорово! Второй раз за сегодня. Всем привет! Всем здрасте! С вами я, Екатерина Пряникова. Я рада приветствовать вас на своем игровом канале Пряник Гейм. Второй раз за сегодня. Неожиданно, когда? В общем, у нас игрушка про лису. Соответственно, я лиса. И я решила одеть Тоттера. У меня там светильник Тоттера. И я еще такая думаю, блин, мне надо все-таки с работы, наверное, забрать кружку с Тоттера. И я просто буду одна большая Тоттера. Еще надо свою пижаму одеть. И вообще будет бомба. Кстати, как и договаривались, алкострим, по всей видимости. Но немножко. Совсем чуть-чуть, потому что немножко нельзя. Значит, есть небольшая проблема. Игрушка у меня запускается на другом мониторе, поэтому я буду сегодня чутка косить в другую сторону, а чат у меня будет на основном моем большом мониторе. Ну, я думаю, мы с этим справимся, как в своих там песенках говорил кот Леопольд, или кто там, неприятности эту мы переживем, по всей видимости. Да, алкострим. Хорошо, переключаемся на игровую сцену. Подрубаем звуки игры. Кстати, там звуки игры сейчас хуяк, уже на фоне, да? Все, вот так. И вот это благополучно я убираю вот сюда, чтобы оно мне нигде не мешало. В оконный режим игрушка не ставится. Ну, может быть-то и ставится, но я думаю, я так буду играть. И переодеться я успела. И все я успела. Блять. Она вообще закрылась. Игрушка. Так что в оконный режим она не ставится. У нее большие проблемы с оконным режимом и любым режимом. Идти помыться? Мне? Мне помыться? Она зато с джойстика работает. Она с джойстика работает. Ну, я думаю, ничего страшного, если я буду сидеть и пырить в другой моник. Я думаю, вы переживете. В оконный режим игрушка не переводится, она тупо закрывается. В настройках оконного режима нет, к сожалению, я уже проверяла. Я вроде глупая, но не настолько. Пошли в Майнкрафт. Звуки игры. Звуки игры и я. Я могу зато развалиться прям как хочу. Сейчас развалюсь вообще как непонятная лепешка на стуле. Нет, надо это. Надо сесть и сидеть ровно. Влад, не удаляй свои сообщения. Что за это? Все нормально. Ты уточнил, я тебе говорю, что я проверяла. Вон при вас игрушка закрылась. Это из разряда, когда мы с тобой про компьютер общались, да? А ты там BIOS откатывала. Ну, конечно. Вот, это прелесть. Вот она бежит. Прыг, 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 маленькая лиська. Вот этим меня очень привлекла игрушка. Корни. Вот я не знаю, вот. Короче, игрушка изначально не на русском. Есть русификатор, значит. И насколько все удачно у этого русификатора, покажет только практика. Я вот не знаю, вот эти вот штучки надо брать или... Или надо просто проплывать.
воздушные потоки тут. Чпуньк. Я думаю, может быть, они просто мне мешают или там где-нибудь озаряют мой путь. Путь воина. Музыка умиротворяющая, поэтому это... У нас прямо сейчас будет чил. Будем чилить. А, нет, Олежа, я плату не победила и... И, короче... Проблема-то в чем? Проблема в том, что, значит, что-то он там натворил. Что он натворил, я не понимаю. Я села, когда разбирать все вот это вот дело, подтыкаюсь опять на, ну, на старой матери. О, меня засосало, пожевало. Короче, нифига у меня не получилось. Я разобрала это все дело. М2 не видит в биосе, нифига не видит. Я думаю, подцеплюсь к себе. Подцепила, значит, я все это дело к себе. Только SSD. SSD-ха живая, я с нее все скопировала, что надо было. А, вот ты где. Так, а можно ли сейчас... Нет, не можно. Давай почитаем. И я потом расскажу. Сейчас почитаем. Ты заблудишься в своих снах и больше не проснешься. Да, это определенно то, что стражи могут сказать. Но, к счастью для тебя, я здесь, чтобы поприветствовать тебя. Меня приветствуют. Не буду читать нотации. Хорошо, не читай мне нотации. Наш второй гость прибыл раньше, чем ожидалось. И это как раз я буду, Лиська. Твой подарок. Дикий лис. Это лучше, чем ничего. Возможно, главное, чтобы нас лис не сожрал. Волка? Нет, лис няка. Обойдемся и лисом, хорошо. Так вот. Про железо. Значит, с SSD-хи я забрала все важное, нужное. Хотела проверить М2, но я не смогла радиатор от М2 открутить. Свой, со своей платы. Угу. Не смогла. 3 болта открутила, 1 не смогла. Это какой-то кошмар. Потом я думаю, хорошо, он покупал новую мать. На новой матери у него, типа, старт срабатывает. И раскрут в 1 секунду... вентиляторов и до свидания, тухнет. В чем прикол? Я не понимаю. То есть я это все дело собрала, у меня ровным счетом такая же фигня. Но я ничем не могу проверить, что с матерью. То есть ту мать, которую он купил, я не могу ее ничем проверить. У меня ничего нету, чтобы проверить, что с ней. Я говорю, неси ее по гарантии, сдавай. Ну ты ее, если в магазине купил, чек есть, неси, сдавай. Ну я что? Я не знаю, чего. Короче, я подготовила уже флешку установочную. Вот что со старой матерью? Почему она М2 не видит? Вот единственный остался мне пунктик, который надо проверить. Это работоспособность того М2. Если моя мать его увидит, значит, он что-то нахуй вертел с той матерью, которая вот у него стояла. Значит, просто тупо он там что-то угандошил. И все. Будет без М2 жить, будет на SSD-хах жить. Ну, а что еще делать? Ничего не сделать. Так, ну все, давай играть. Подойди к нему, не бойся, пойдем. Медленно? Зачем медленно? Напугаешь его? Позволим ему подойти к тебе. Хорошо, позволим. Слушай, вроде цел. Вроде там все целое. Визуально все нормально. Как ему позволить подойти? Ой, прыгнул. Заманить его надо. Давай манить. Манить лисенка. В
центр. Чуток поближе. Он не медленный. Он просто лис. Стой, здесь семечко. Ай, мне нравится рисовка. Вообще божественно просто. Так нарисовано. Такой някушка лисиный. Вуаля. У него глаза горят. Ты способен посетить стражей. Я должен остаться здесь. Где начать? На восток и пойдешь среди бурьяна, ты придешь к окраине леса. Это владение стражи зимы. Там есть то, что мне нужно. И ты один можешь достать это для меня. Не позволю испортить сюрприз. Ну, слушай, на слух я пока что вот воспринимаю то, что, да, там говорят. И перевод читаю. Вроде, в принципе, достаточно адекватный перевод. Я просто читала комментарии, что, короче, перевод какой-то косячный, что-то все кривое, где-то рассинхрон, где-то еще что-то. Типа, играйте так, как есть. Ну, пока что вроде нормально. Лиз в глаза долбится. У него просто зияет что-то в глазах. Ути, смотри, как он залез. Смотри. Ути-пути. Такой сладкий. Ай, ты мой хороший. Типу. Такая вот эта вот внизу, блин, нарисована классная фигня. А мы куда надо идем? Слушай, семечко. Беги, прыгай, наслаждайся новым телом. А это что такое? За нами будут присматривать, мы не потеряемся, хорошо? Надо бежать, прыгать. Смотри, распускается всякая всячина от меня. Я, короче, заставляю все цвести и пахнуть. Подожди. Ай, какая прелесть. Музыка как, нормально? Наркоманские цветы? Да. О, а там тоже бутончик. Пончик, бутончик. Я, кстати, пока ходила, я успела даже чуть-чуть покушать, пока разминалась. Прикиньте. Ой, смотри. Вам слышно? Она тявкает. Такая вообще прелесть. Она тявкает. Такой лапонька. Картошку съесть надо. Она уже у тебя пропала. They were sculpted by the Guardian of Winter. Interesting, aren't they? But it can't be interesting. Such big paws. Don't say too much about them when you see the Guardian. It might get upset. Не могу туда достать, тявкнуть. Ой! Съешь, а потом дристать будешь. Ой, подожди. Фальстарт. Вот, распустилась. Ха, блин, прикольно. Так, а погоди, а нам куда надо? Вот сюда, наверное. Страж любит спать среди тотемов. Вот, был косячок. Следуй за ним, а не следуй за ним. Следуй. Ну, это мелочи. Я думаю, это вообще незначительные какие-то моменты, на которые даже не стоит обращать внимания.
О, смотри, там какая-то медуза зеленая. Непонятная. Смотри, медуза, реально. И куда ты? А мне куда? Ой, она куда-то залезла в этот. И что это такое? Ух ты ж, смотри. У цветочка тут что-то... Что-то светится. Как глаза у лиса. О, еще медузка. Я ее зову, и она откликается мне. Смотри. А куда ты там залезла? Вот тебе тотемчик этот был. Разрушенный, как будто идол какой-то, что ли. А что наверх? Вон туда куда-то можно. Допрыгнет? Не допрыгнет. Ой, хорошо, что он не убивается. А то бы было сейчас такое. Упал и просто лапки себе переломал. Не допрыгнет, малыш. Не надо мучиться. Вообще прелестное создание. Ладно, идем дальше. Непонятно, что это и зачем это, но идем. Еще цветочек. О, смотри, проход. О, еще медузка. Мне нравится, как он тявкает. Такой хорошенький. И зачем вот они в эти тотемы садятся? Медведь! Мы пришли к медведю. Рисовка мне нравится. Ты какие глазки у него бирюзовые. Он как волчонок, как будто выл. Медведь шоколадный. Так, и что это? Какое-нибудь повествование будет сейчас, интересно, нет? Он что, спать лег? Медведи ж не так спят. Что за безобразие? Может, подойти его разбудить? Он не будется. Ладно. И что нам нужно? А, надо с фрагментом зимы. Если ты полаешь, позови дважды. Дважды. Смотри! А? Какая прелесть! А это что будет? Ой! Hi, hello! Так, у нас сугроб. Хорошо. Вот этот я не поняла. Цветочек просто спрятался, получается. Ой. Получается, я могу... Ага, верни мне лето. Сделай мне лето обратно. Блин, прикольно, я могу переключать лето и зиму. Когда мне нужно лето, будет лето. Когда мне нужна зима, будет зима. Ага.
Блин, здорово. Конечно, быстрее. Я очень быстрый лис. Я не спускаю с него глаз. Надо наверх, надо переключить. Надо на зиму сделаться. Просто он набрал. Надо вон туда запрыгнуть. Надо на плюху прыгнуть, и он выплевывает сугроб. Бух. Тыщ. Ай, вообще бомбезная фигня. Давай сделаем лето. Как там в песенке? Где-то летом звезды нам улыбались. Да? Наркомания? Ну это прикольно, мы управляем временами года. Представляешь? Да, решила продолжить. Ну это прикольно, ради такой милоты можно и продолжить. Сначала был стрим с пердежом, а теперь у нас стрим с милотой. Так. Что это было? Какой-то рисунок на дереве, смотри. Что это значит? Ну, пойдем дальше, я пока не знаю. Ты должен простить его, он всегда очень уставший. Страж зимы очень уставший, понимаете? Удачного стрима. Хорошо, спасибо. Рада была тебе читать. Тебе тоже удачки. И возвращайся. Стражи могут показать... чего? Склонны говорить чепуху, прям как ты сейчас. Они должны защищать фрагменты. Да я так могу пройти. А, я так не могу пройти. Потому что мне надо сделать зиму. Чтобы вот это вот мне сделало сугроб. Сейчас мне вот эта фигня сугроб сделает. Ага, вот она, плюха. Плюх. Кнопка, так скажем. Опа. Вроде такой маленький снежок кидает, а по итогу большой сугроб. Так, а сейчас мне надо переключиться на лето. Я попала. Я сделала неправильно. Иди сюда, страж зимы. Давай, переключись. Мне снова нужен сугробик. Давай. Плюх. Зато мне нравится, сейчас у меня огромный-огромный чат. И я все вижу. Долетела. Святилище. А, мы вернулись в святилище. Откуда начали? Где мы познакомились с семечком? Как будто путь закрыло, да, нам? Движение тектонических плит? Фрагмент же на месте, он ждет тебя. Иди в центр. Иди, не бойся, давай. Не очкуй. А вот я не поняла, что тут приключилось. Реально проход стал закрытым. Я надеюсь, это значит, что типа ты тут, Екатерина, все выполнила. Можешь идти, значит, это... дальше. Ну, идем дальше. У нас нет выбора. Да-да, хорошо.
Меня отделят от Лиса. Он будет очень аккуратным. Сейчас пройдет операция разъединения. Такая прелесть вообще. Так нарисован. Он так лапки тянет. Такой вообще зайка. Так, у нас уже есть... Чик. Две сферы. О, они объединились. Зима вечна? У нас настала вечная зима. Снова вселиться в лисичку надо. Вселяемся. Где лисичка наша? А куда он делся, лисенок? Вот он, малыш. Рисовка вообще бомбезная. Четыре времени года есть, в самом деле. Я смогу призывать времена года в любое время. У нас сейчас есть только лето и зима. Не любит гостей, второй страж. Надо быть добр и тих. Будь добр и тих. Ну, посмотрим, насколько это будет возможно. Так-то я добрая, а вот насчет тишины не уверена. Тишина — это не мое. О, смотри! Тут, получается, у нас лед сделался. Чух. 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 Ай, какой хороший. Он прям, ему не хватало только маленьких коньков. Прикиньте, лисенок на маленьких коньках. Это было бы вообще бомба. Грустных моментов тут, слушай, я не знаю. Я даже не знаю, о чем игрушка. Но я надеюсь, грустных моментов не будет. Хочется сегодня, чтобы было весело у нас. Я не хочу грустить. Надо выбрать дорогу другую, мне пишут. Ты не той дорогой, лисенок, пошел. Хорошо, идем сюда. А что наверх? Может быть, надо было наверх сходить? Почему мне не дали туда сходить? Нет, ну по факту... Распустились, цветочки. По факту я бы, наверное, смогла туда сходить. Просто там, наверное, пока что путь закрыт. Мне завидуют. Почему? Очень хочет бегать. Пока не найдем все фрагменты, он не сможет ничего. Нам фрагменты нужны, вы читаете, да, чтобы исполнить ритуал. Блин, такой зайка, бежит так. Ну, хвост длинноватый, да? Ритуал времен года. О, смотри, льдышка. Его жизнь может измениться. Должны быть мечты. У нас тут стоит задуматься. У нас должны быть мечты. А какие мечты есть у тебя? О, смотри, кто это? Ты видишь? Кто это такой? Убегает от меня. Ты видишь, да? Там... О, это лебедь, что ли? Слушай. Ну, либо просто злая птица.
Злая недовольная птица. Там был огромный глаз. Завась. А сюда не залезет? Нет. Ну-ка. А это что такое тут? А, разорвало этого маленького паучка. Перышки. И он такой, у меня разлетелось хлебало. Давненько я так не чихала. Офигеть. Берегись. Страж осени. Он может быть непредсказуем. Не навредить. Вот тут я не уверена. Вот тут я ничего не могу гарантировать. Но я надеюсь, что все получится. С медведем же у нас получилось. Наверное, страж это будет... Ой, ты видел? Там что-то зеленое. Но цветочки от меня распускаются. Я хороший лис. Я добрый лис, дружелюбный. А что это такое? Взорвется? Да, смотри, он вылез. Я его позвала, он вылез, и он, наверное, потом взорвется. Злая птичка на цаплю похожа. Слушай, может быть, кстати, да. Цапля. Ну, кто-то с большим глазом. Смотри, а тут как будто медуза сюда нужна. А где медузы? У нас будут медузы? Козявка эта, выйди. Или журавль. Или просто какая-то злая недовольная птица. Так, туда он не запрыгнет. Ну, наверное, туда и не надо ему. Так, мы дошли. О-о-о! И кто это у нас тут? Какая-то голубая птичка. И лис такой лапки моет. Нам отдадут, слушай. И кто это? Кто вот эта птица? Похоже на лебедя, но вот это вот что за челка у него? И что, будет рассказ, как вызывать вот это чудо? Трынь-тынь-тынь-тынь. Все растаяло, смотри! Два, это стала зима. А как мне делать? А, я знаю, слушай. Опа! Блин, прикинь? И сейчас я взорву? И так я смогу... Прикинь? Задумалась. Так, а что здесь делать? Я на перышке, смотри! Обалдеть! О,
Смотри, он как вата стал большой, напитал себя воды. Так, надо сделать, чтобы зиму, чтобы его сейчас вот здесь разорвало. Так, а, наверное, и не надо. Я в безопасности. Hello, hi. Так. Ага. А как? А вот сюда. А наверх надо? Что значит вот эти вот штуки? А, подожди, мне, наверное, надо вот этих вот бабаек разбудить. Сейчас. А я уже, наверное, не допрыгну. Давай сделай зиму, пусть он упадет. Надо к тем допрыгнуть и их попинать. Господи, Екатерина, взрослая барышня. Ведёшься как ребенок маленький. Выходи. Давай, выходи отсюда. И делай суицид залог успеха. И ты тоже выходи. Я думаю, они мне пригодятся. Идите туда. Смотри. Набрали воды. А подожди-ка, может быть, мне надо было бы одного оставить? Что-то я, наверное, поторопилась. А тут мне, наверное, нужна будет зима. Зима, холода, одинокие дома, моря, города, все как будто изо льда, но скоро весна. Откуда у меня в голове эта песня? Да, господи, Андрей Губин, времена детства моего. Давай, полетели. А, сейчас надо сделать снова. Утю! Утю! Ой, у нас тут который плюющийся сугроб. Старые песни не забываются, да. А, Силь, спасибо большое. Спасибо. Да, мне вот такая рисовка безумно нравится. Это прям няка-няка. А мне надо поверху? Ну, конечно, поверху. Так, и чтобы идти поверху, мы так не запрыгнем. Ну, давай тогда что-то думать. Сделаем себе зиму. Залезем на перышко. Возможно, мне пригодится та плюющаяся штука. Он мне сделает сугроб. Смотря куда он сейчас направит. Туда. Отлично. То, что мне нужно. Бляха-муха. Молодец, Екатерина. Все правильно сделала, блин. Вот сейчас он снова скажет. А, надо было не перепрыгивать сейчас. Так, давай, кнопочка. Оп. Давай, делай мне сугроб. Так, отлично. И получается, мы потом кого? Это у нас осень с вами, да? Лужа, но лужа-то не лужа. Лужа-то не лужа. Ой, ты мой сладкий запрыгнул. А тут не запрыгнет. Сделай мне отсутствие. А если я... Если я...
О, смотри, как... Смотри, как могу. Предотвратила большой лед. Так, и что, получится у меня? А может быть и не надо было наверх бы прыгать, да? Комплименты, я довольно умна. Я стану еще умнее, представляете? Куда еще умнее? Я даже не знаю. Умнее уже некуда. О, боже мой. Как будто какая-то ветряная мельница, да, такая нарисована? Ну, пойдем. А если, интересно, вот сделать себе сейчас лето, и лис утонет, или лис будет плавать? Но мы проверять не будем, да? Лучше такие моменты не проверять. Слушай, а птица оказалась злой, а оказалась не злой. Все, мы вернулись в святилище. Замечательно. А что такое? А, смотри, опять кореньями этими закрывается проход. А знаете, что мне надо сделать? Тёма, и ты тут, глазки? Я сейчас открою себе окно. А то мне это... Жарковато уже стало сидеть на попе ровно. Так. Ну, пойдем. Нам надо воссоединить, и получится у меня уже три. Три, да? Три. Будет. Мне куда надо? Вот так мне надо, да, присесть, чтобы я нормально в кадре была, а не как попала. Вот она наша. Сейчас опять вот эти лапки балерины будут. Ай, прелесть. Да, мы тут уже 40 минут наиграли, а ты только пришел. А я уже, смотри, я нашла зиму и я нашла осень. И Сиэль сказала, что игрушка прикольно нарисована. Каким будет весенний дух? Не знаю. Это мое любимое время года. Осень, любимое время года. Хотя да, осень это клево. Листва, грязь. Мы только на половине пути. Такой някушка, так хочется его вот так потискать, лисенка. Так, где наш лисенок? Вот он наш лисенок. Опять эти бешеные глаза. Два времени года. А, почему два? А, лето было типа по умолчанию у нас. Какой край мы хотим теперь исследовать? У нас изобилие вариантов. Привет. Мы можем идти куда захотим. О, погоди. О, смотри! И какую я хочу? А как сделать? А, ты смотри, вот так будет осень, а вот так будет зима. Обалдеть. Обалдеть, слушай, я в восторге вообще. В диком просто, это бомба. А там же коренья, слушай, там были коренья. Они меня сейчас пропустят? У меня же там были корни. Злые, противные корни, которые... Звук как от насекомых.
Шумят растения. А если я сделаю сейчас зиму? И что мне эта зима даст? Непонятно, что она мне даст. А может быть, там надо понизу пройти? А понизу можно? Прикинь, у нас грибочки. Идвания. Идвания. Метроидвания. Хрен бы знал. Это что-то релаксирующее. Перед получением осени у меня был проход. Слушай, тут проход вниз, я нашла. Это когда мы ходили в сторону зимы. А наверх, да, когда мне сказала еще не иди туда, а иди к озеру. Да, надо еще наверх идти будет туда. Я думаю, там как раз будет у нас четвертый наш друг. Он плавает! Смотри, он плавает! Какая милота! Но нам здесь нужна сейчас зима. Вот так. Опа. Блин. Теперь я знаю, как использовать силу времен. Третий страж где-то рядом. Сейчас. Смотри, у нас грибы! Вообще бомба! Какой большой гриб! Наверное, надо сделаться зимой! А как я вылезу потом отсюда? А тут нельзя. Хотя смотри, наверх там что-то есть. Наверх что-то есть. Сейчас узнаем. Я думаю, что мы узнаем. Так, понятно, нам надо встать. О, смотри, он так еще замирает. О! Смотри, кто у нас здесь. А я смогу вон туда запрыгнуть? А мне надо туда запрыгнуть, нет? Куда ты? Подожди. Ой, смотри. Какой кошмар. О, смотри, водопад. Но нам, наверное, не надо. Мне нужен тот крокозябр зачем-то. Тот крокозябр мне зачем-то нужен. А зачем, мне пока что непонятно. Так, давай, вот это какаха. Может быть, какаха это нужно сюда? О! Прикинь! О! Офигеть! Я вообще в восторге. А как мне сделать? Подожди. Ой, смотри, смотри, там какаха сидит, которую надо выдворить. И я допрыгну? Ой, я не допрыгнула. Но мы сделаем сейчас зимой, и все будет ништяк. Только эти такие сделали. Ну ничего страшного, мы сейчас вернемся в осень. И они так снова. Ах ты ж. А-та-та. А-та-та. Так. А ты зачем нам? Вылез. Иди отсюда. А давай сделаем зиму, чтобы он там у нас не утонул. А то он там утонет в воде. А, он не утонет. А на кой черт он мне нужен?
Вот здесь, смотри, тут какая-то расщелина. Может быть, надо... А зачем? И на кой черт он мне? Я не поняла, слушай. Мне что-то с ним надо сделать. Все. Ой, смотри-ка. Он стал пухлым. А тебя разорвет, слушай, чувак, нет? Его разорвет? Блин, прикинь, проход вниз сделала. Офигеть! Ты представляешь? Давай сделаем себе осень. Прекрасное время года. Так, а что там, подожди, внизу? А, тут уже вода. Хорошо, я поняла тебя. Так, нам, значит, надо... Что-то надо делать тут. Но музыка говорит о том, что я делаю правильно. Но это не точно. Так, вот у нас бякушка, смотри. Наверное, эту бякушку надо погнать. Бякушку надо будет погнать и вниз. Вниз его надо будет. Ой, а вон там грибочек, наверное, будет вырастать. Смотри. Ну ладно. Так, давай позовем его, пусть он вылезет. И мы его погоним. И пусть он пойдет в... туда, в лед. И разорвет его к чертовой матери. Так, хорошо. Он сейчас должен намокнуть. Он должен намокнуть. Стать жирным, как поезд пассажирный. И его сейчас разорвет. Прикольно, мне нравится. Музыка такая забавная. Ну, не то чтобы забавная, а... Я не уверена, что направляюсь в правильное место. Я ни в чем уже не уверена. Я иду просто куда получается. Но тут неправильное место, по всей видимости. Надо куда-то в другое место идти. У тетю водичка закончилась. То есть мне получается, надо резко сделать... А это маленькая. Мне нужен большой. Мне нужен большой, наверное, этот, чтобы туда залезть. Но я не уверена. Так, подожди, давай сходим в другую сторону. Коль он нам говорит, ты уверен, что ты идешь туда, куда надо? Пропасть выглядит широкой. Там какая-то, слушай, это... Там какая-то, вон, живая хрень. Тут какие-то эти щупальца живые. Так, хорошо, мне, по всей видимости, нужен какой-то здесь... Чубрик, вот этот чубрик мне нужен. Давай, иди. И он там... Ой, простите, пожалуйста, великодушно. Я немножечко поторопилась. Мне надо сделать зиму, чтобы его не утонул, чтобы он... Hi, bonjour. I'm Fox. Кусики-кукусики. Привет. Yeah, Fox time. Он умеет тявкать.
Какая милота вообще. Ой, а ты куда? Ой, так тут, скорее всего, надо как-то будет с разбегу. Он так не допрыгнул. Малыш так не допрыгнул. И что, сейчас получается, мы все будем исправлять. По всей видимости. Только я не уверена, что у меня получится. Это же, наверное... А, смотри-ка, подожди. Я, возможно, смогу вот так. Коль у нас там есть уже... Вот так. Да, смотри, получилось. Дерево к дереву. Конечно, я просто так не сдаюсь. Используй голову. Но тут не голова. Тут я просто иду, куда у меня получается идти. И все. Так, и сейчас нам надо сделать зиму. Смотри, туда надо опять грибочек, чтобы вырос. О! Козявка какая, смотри. Сейчас за мной полетит. О, а тут смотри-ка. Какая-то непроходимая фигня. Так. Светлячки. Мы близко к выходу. Если они мне позволят пройти. А они могут не позволить мне, то есть, пройти. Смотри, между ними связь. Давай, плюхайся. Так. Хорошо. Вот этот сейчас тут должен грибочек мне сделать. Так, отлично. Но светлячки же мне помогут. И что? И что это было? А где же огонечек? Где же наш... Смотри, какие-то летающие тут камни. Что это вообще такое? А как мне здесь быть? Как быть? А если сделать зиму? Очень интересно. Слушай, я по ходу дела... Смотри! Давай! Представляешь, и что приключилось? И что это значит? Какая-то дичь. Ну, они встали, например. Хм. Что-то надо сделать. Может быть, надо в нужном порядке их поставить или нет? А, все, я поняла. Я поняла. Все, до меня доперло. Потом надо вот эту, а потом нижнюю. Надо рисунок нужный сделать. И откроется проход. Движение тектонических плит начинается. Если светлячки позволят. Мы найдем? Привет, привет.
что я такая вся красивая, потому что у нас игра про лису. О, хрустит снегом. Но мы в правильном направлении. Как думаешь? Но мы прошли мимо дерева. Надо было, наверное, тут оставить зиму. Плывет малыш. Как лису зовут? Мимозыря? Почему? Река была полна рыбки. Он знает, кто за это в ответе. Какой кошмар. Рыбы нет, ее все съели. Нам надо с вами найти дух. Опачки! Кивнул такой. Он типа поздоровался со мной. Смотри, он мне отдаст сейчас. Какой цвет красивый. Спасибо. Мы говорим спасибо. Смотри! А что ты умеешь делать? Смотри, он делает лето. А! Смотри, какая красота! Блин, как здорово, слушай, мне нравится. Смотри, мы сделали себе много воды. Офигеть. Ну, я не знаю, это не похоже на угря, это похоже на какую-то, я не знаю, огромную хрень. Смотри-ка, не все так просто. У меня мимика вообще прям... Прям вообще... Все у меня на лице видно. Я еще одной могу. Могу двумя, могу одной. Но по очереди не могу. Могу только одну. Так. О, мои светлячки. Смотри, сейчас надо собрать ту первой. Вот эту. Вот эту давай. Оп. Потом вот эту. А потом нижнюю. Все просто, оказывается, видишь? Оказывается, все очень просто. Турлюньк делает. Турлюньк. Ощущение такое, как будто сейчас камень туда уйдет под землю и вылезет огромный паук и такой: я тебя съем, кусь. Так общаются светлячки. Мы еще себе воды сделаем, смотри, стопудово. Давай. А сюда? А сюда ты не сделаешь? Ой, он сюда несет, я думала, мы еще воды себе сделаем. Смотри, как будто дождик идет, да? Ну нетушки, давай-ка, возвращай мне, делай грибочки. А я думала, мы реально наберем. Ой,
Наберем воды себе, и уровень воды поднимется, и... Смотри, олень! Олень с рогами и птица. Короче, я думала, что мы воды себе сделаем. И эта вода нам поможет. Но оказалось, нет. Хотя, может быть, я и не права. Но мне кажется, что... Третий фрагмент. Он был почти самым легким. Конечно, рыба ничего не могла противопоставить мне. Он всегда резвился среди водопадов. Так, и что ты мне хочешь сказать? Он меня ведет, смотри, он меня ведет. Ага, ты мне хочешь теперь сказать, что нам надо сделать зиму. Но у меня-то маленькие очень. Водопадики маленькие. Как мне туда допрыгнуть с такими маленькими водопадиками? Ну что это такое? Вообще за безобразие. Как же мне тут сделать себе нормальные водопадики? Ну-ка, в эту сторону у нас все плохо. Очень интересно. А если, подожди, а если мы сделаем себе лето? О, смотри, все, до меня доперло. А теперь мы сделаем себе зиму. Смотри, как все легко и просто. Опа! Замечательно. И я знаю, смотри, я знаю. Мы сейчас сделаем себе осень. А может быть и сразу лето надо было. Ты уже воду писал. Ну смотри, я додумалась. Допетрила. Я молодец. Так, что у нас там? Просто прыгаем. Да, просто прыгаем. Делаем себе грибочек. А я не знаю, грибочек нужен или нет. Ну, наверное, нужен. Опа. А, это мы сейчас с тобой, получается... Ох ты ж. Поднимаемся там, где мы делали дырки. А, он не нужен, наверное. Так. Давай сделаем лето. Хотя, наверное, не надо было лето. Наверное, надо осень сделать. Все-таки пусть останется осень, пусть будет маленькая. Катя иногда молодец. Но это иногда. Я не всегда молодец. Иногда бывает, что... бывает все печально. Hi, hello. How are you? Удивительно, что я еще... Не-а! Тупая! Удивительно, что я еще не тупая, сказала Екатерина и отупела. Я просто затупила сейчас и не допрыгнула. А вот надо попробовать. Может быть, мне можно сразу на лето переключать? И не надо делать зиму, там, осень сначала, потом лето. Так, короче, сейчас не тормозим и сразу... Хуяк, хуяк, все. Хуяк, хуяк, еще хомяк. Сейчас сделаем себе, скорее всего, червячка. Жучка. Вот отсюда, вот смотри, чпуньк. Давай, иди туда, закапывайся, закапывайся, закапывайся.
эти гейзеры тебе дают пошлые мысли? Ну ты шалун. Так, давай, грибочек растет. Мы типа грибы, типа грибы. Вот так вот. Давай. Хопа, хопа. Ага. И куда ты там хочешь мне сказать, что надо идти? Что у нас здесь? Он мне туда говорит идти. А там что? Вот здесь надо, чтобы вырос, наверное, грибочек. Куда там? Он хочет, чтобы я куда-то пошла. Сейчас я сделаюсь в зиму. Схожу туда. Если там есть чубрик, я его заберу. Вот, смотри. Вот тут вот. Скорее всего, тут есть чубрик. Я его сейчас заберу. Давай в зиму сделайся, чтобы ты не помер. Иди, чубрик. Давай, козявка. Нет, не надо в уголок. И забрался в уголок, чтобы никто не уволок. Так, отлично. Сейчас вылезет грибок. Грибок, который куда-то растет. О, смотри. Прикинь. Вот это вообще бомба. А допрыгнет? Допрыгнул. Слушай, мне нравится. Вообще бомбезная игра. Просто как цвета, блин. Вообще гамма шикарная цветовая. О, смотри, тут будет стопудово вода. Стопудово. Вот это должен сделать воду. Давай. Давай. Делай. Смотри, сейчас вода поднимется. Мы сделали себе воды. Ой, ой, схлопнулись. Вернитесь. Главное не напутать со временами года. У меня, кстати, такой сейчас воздух забавный. И не холодный, и прям так приятно ощущать из окна воздух. Ты устал, семечко? Вы устали, ребята? Не устали? Что-то мы какую-то слабенько пьем. Мы в святилище, прикиньте. Мы каким-то чудом уже пробрались в святилище. Хотя мне казалось, что нам так долго, смотри, зарастает. И осталось, получается, нам туда наверх идти. А этот такой какой-то прям, ух, активный. Так, ну пойдем, чё? Сейчас в себя его возьмем. И будем вообще мега-супер джига-драйв лис. Давай сейчас опять. Балерон. Блин, он такой няка, когда лапки свои вот это тянет. Тыщ, просто душа, блядь, из него вышла. Смотри, дождик идет. Какой стыд, ожидал большего от весны. Это весна. Почему весной идет дождь? Нам осталось найти всего один фрагмент. У нас теперь три времени года. Мы без проблем сможем найти последнего стража. Что такое? Don't worry, my noisy little fox. You'll soon be back where you came from. Он просто, наверное, уже проголодался. Так, а где у нас?
Где теперь лисенок сидит? Куда-то я далеко уже, наверное. Он не тут, он, наверное, с другой стороны. Magical. Yeah. Где наш лис? Вот наш лис. А я лиса. Хватит за волоса. As I was saying. Хорошо. На вершине горы. Вот, теперь мы идем за летом. Не сломать ноги надо. О, смотри! Какая прелесть! Все, теперь нам надо идти наверх. Где он мне сказал, типа, ты куда-то не туда пошел, балбес. Вот сюда. А что тут такое у нас интересно? Давай посмотрим, что здесь будет весной. Все зеленое. Мне очень нравится рисовка. А что здесь? Как будто елочка какая-то, смотри. Или что это тут за конус такой интересный? Ой, что он делает летом? Смотри, летом тоже, но не летом, а весной получается. Он поливает, смотри! У нас выросла сосна! Обалдеть! Обалдеть! У нас выросла сосна! Прикинь, сосна! Просто! Бомба! Ютуб помог встретиться со мной. Ютубу аплодисменты. Можете задать мне пару вопросов, безусловно. Обалдеть! А, я понимаю, если бы мы пошли поверху тогда, когда надо было идти по низу, то мы бы не смогли, потому что мы были не весной. У нас была бы тогда либо зима, либо изначальное лето. И вон та штука, которая плюнула водой, она бы смогла плюнуть только снегом. А сугроб бы нам не помог, потому что сосна бы тогда не выросла. А, смотри, здесь будет кнопочка нажиматься. По всей видимости, здесь мы должны что-то, наверное... А что тут будет? Наверное, надо здесь сугробом сломать. Вот этот вот. Сугробом сломать. Сейчас мы проверим. Ты готов? Снежный плюх. Ой! Да ёшь ты, моёшь ты, не торопись, Катерина. Давай, плюх. Все, сейчас он плюнет. Снежик. Я думаю, он сломает. Да, смотри, я молодец. Как настроение, сколько лет примерно, как я связана с оленями? Очень интересные вопросы. А теперь усаживаемся поудобнее. Начинается рассказ. Как у меня настроение? Настроение отличное. Сколько вам лет? Не примерно, расскажу. 33. И как я связана с оленями? Значит, есть у меня история из жизни, как оленей рог травмировал мою попу. Я мыла пол. У меня папа занимался изготовлением голов оленя и рожки. Настоящие, ну не оленьи, косули, рожки. И я мыла пол, залажу за диван, вот так мою, присаживаюсь, и получается там стояла эта голова оленья с этими рожками, и я присела так и слегонца порвала штаны и изранила свою сладенькую попку. Вот так я связана с оленями.
удачного стрима. Спасибо. А чего ожидали? Ожидали, что мне 40. Отличная история про оленьи рога. Эту историю, наверное, знают все. О, смотри! Это что там сидит? Козявка какая-то. А, какая милота! А, смотри! Он ко мне пробивается. Фух! Есть пробитие. Просто наводчик контужен. Мы себе должны сейчас сделать лето. А где там будет кнопочка? Мы должны себе сделать лето. Вернее, не лето, а весну. Мы должны полить сосну. Откуда я какие слова знаю? Какие именно слова? Я много слов знаю. Всяких разных. Так, вон кнопка, я вижу. Нажми на кнопку, получи результат. А как мне на нее нажать, когда у меня... Ой, запрыгивает малыш. Все получается у нас. А, про есть пробитие, господи, да... Это же... Сплошь и рядом. А, это, наверное, мне потом обратно идти поможет. Хорошо. Та-та-ра-ра-та-та. А что потом, интересно, будет? Когда я возьму лето, потом будет какой-то ритуал, наверное, объединение их всех. Смотри, я воды сейчас сделаю. Стрим по танкам? Ой, я думаю, никогда. Я на самом деле не буду лукавить. Я играла в свое время в танки. Было дело. Грешна, грешна, ребята, да. Но я недолго играла, потому что я играла с ноутбука и по Wi-Fi. И было много-много тормозов диких. Просто подумай, всего лишь еще одно время года. Вот, как раз дерево. Мы были отличной командой. Слушай, ну, релакс на самом деле. Прям релакс-релакс. На алкостриме? Так вот у нас алкострим. А танков нет. О, мы сейчас будем себе делать... О, а как я туда проберусь? Как я туда проберусь? Ну, здесь надо сделать... Мне непонятно, как я смогу туда пробраться. А если мы сделаем... То это будет... Он такой недовольный. Что такое? Так, а может быть мне как-то, подожди, понизу там пробраться? А понизу-то и не пробраться. О, козявка. Она полетит со мной, я ее буду звать, смотри, я хитрая жопа. Он со мной полетит, нет? Он бьется, смотри, а если я его... Он полетит со мной, не полетит? Смотри как, не полетит. Мне его, возможно, надо... Давай подумаем. Я... Ну куда ты? Я слишком тороплюсь. Чин-чин. Да, чин-чин. Так, хорошо. Пускай он тут стоит. А понт корявый он тут стоит. Вот он взлетел. Аи-аи. А если я подпрыгиваю, он выше не взлетает. У-у-у-тю-тю. И что же мне с тобой делать, вертушка? Сейчас придумаем. Может быть, его как-то надо... А как его надо?
Как он за мной пойдет? А если его заморозить? Либо что-то сделать осенью. Ветерок! То ли это ветерок мои зубы колышет. Сейчас все сделаю, ребята. Сейчас все будет. Поиграть с сезонами. Бомба вообще. Мы просто мыслим одновременно. Так, мне надо его чуть-чуть оставить. Нет, чуть-чуть, подожди. Чуть-чуть сделайся вот так. Может быть... Подожди-ка. Ему, может быть, надо полететь? Во-во-во-во-во-во-во, все. Ништяк. Сейчас будет. Сейчас все будет, ребята. Сейчас мы как сделаем. Бдыщ. Давай. Бах. Бам. Давай еще раз. Супер. Вот у нас еще сосна. А, так. Ну вот здесь вот это не будет работать. Нам сейчас надо как-то... Подожди, мне надо там сосну вырастить будет. А я предполагаю, что мы сейчас возьмем лето. Потом я смогу с помощью лета забраться туда наверх, вырастить сосну и пойти. Я так думаю. Я художник, я так вижу. Где-то в стволе прячется. Смотри, у нас светлячки опять. Мы должны быть терпеливыми и быть готовыми потревожить его детей. Когда я смотрю в камеру, ты смущаешься? А что ты смущаешься? Новинки февраля? А что там про новинки? Какие новинки? И что? Ага. Раз светлячок, два светлячок. А, смотри! У нас... А, я смотрела ролики, но ничего не могу пока сказать. У меня все спрашивают, будешь играть в Atomic, не будешь играть, когда будешь играть. А я ничего не могу сказать, если честно. Вершина. Возможно... Ого! Возможно, мне надо собрать всех светлячков в кучку. Но это не точно. Как мне Call of Duty? А я не играла, наверное, в Call of Duty, да? Смотри, они распускаются, когда я подхожу. И что? И все. И здесь нету ничегошеньки. Пусто. Ой, ребята, я, короче, прибалдела недавно. В январе тестировала новую версию программы, на которой мы работаем. И, значит, там не отрабатывает один фильтр. И я написала в техподдержку этой программы, ну, что этот фильтр не отрабатывает, а там, короче, фильтруется товар. Должен фильтроваться. И я им, когда ставила ТЗ, прожала, чтобы фильтр отработал, и там пусто. И я вставила картинку из рекламы котенка Вискаса, когда он так пуфто. Я прям аж прибалдела от своего ТЗ, который поставила программистам. Бомба. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь. Может быть, что-то надо вниз тут прогуляться, найти... Еще светлячка какого-нибудь. Здорово, привет! Насчет оценок... Слушай, если честно, я ничего не могу сказать. Про Atomic могу лишь только сказать, что мне вкатывают безумно саундтреки.
Мне понравилось. Я переслушала все. Я прям побалдела, покайфовала. Вот это мне нравится. Ну, потому что музыку я люблю. Так, у нас есть с тобой козявка. И зачем же нам эта козявка? Что она нам даст? Нам нужны с тобой светлячки, я так думаю. А не козявки. О, грибочек будет. А, ну нам не надо становиться никак. Вот, светлячок, смотри. Нашли. Нашли другана. Все, лети к своим. Я вообще изначально люблю безумно рок. Но с возрастом, со временем, я поняла, что я стала меломаном. То есть, в принципе, сейчас я слушаю абсолютно все. Но когда у меня что-то не то с настроением, то это 100% рок. Вот так. Так, и сейчас мы попробуем с тобой вот туда наверх еще слазить. Только надо туда как-то запрыгнуть еще. Вот так запрыгнуть. И теперь вот так. Вот так вот. Вот так вот. Слушай, у нас там с тобой сейчас уже по кругу 3 светлячка крутятся. Так. Что же делать? Что же делать? Еще одного светлячка мы с тобой нашли. Уже 4 светлячка. А сколько надо? Нам, смотри, здесь с тобой надо будет потом делать. Ого, как их много тут будет. Вон, дупло у нас какое-то. Какая-то дырка. Боже ж. Ты мой, блин, это что вообще такое тут будет? Какая-то вакханалия будет. Вот еще светлячок у нас, смотри. Это больше похоже не на светлячка, а на какого-то шершня. Меня, кстати, как-то раз кусал шершень. Это было очень неприятно. А еще меня один раз в палец укусила оса. А я несла с огорода огурчики и помидорчики просто в руках вот так. И меня эта жопа как ужалила в безымянный палец. Как я взвизгнула, все вот это так разлетелось у меня из рук. Угу. Было дело, было. Было неприятно. Очень. Так, ну выше там, смотри, уже ничего нету. Так, раз, два. Раз, два, получается, 3, 4. 3, 4, раз, два, ква-ква, ква-ква. 5, 6, получается 6. Мне еще надо одного найти, да? Мне еще нужен один. Так, сюда мы ходили с тобой, да? Мы только что отсюда. И где же у нас еще один? Надо найти. А что сюда у нас? А тут... А надо вниз? А если сейчас будет суицид залог успеха? Не будет? Это мы куда? Это мы на выход или нет? А, я поняла. Это мы на выход с тобой пошли. Кого не кусали, жизнь проживает зря. Слушай, не знаю, возможно. Так. Ну, давай искать. У нас получается с тобой еще один нужен. Еще один. И где же он? И где вот он? Где эта маленькая жопка? Сейчас мы найдем. Там внизу мы были. Туда мы вбок ходили. Осталось только... Ну, а наверху мы тоже здесь с тобой были. Куда идти? А?
Непонятно. Так, надо попробовать, может быть, в ту сторону есть еще что-то. Вот сюда. Мы сюда же с тобой не ходили, по-моему, да? Да, смотри, внизу там не распустившиеся у нас с тобой цветочки. Значит, надо сюда сходить. Вот он, смотри, мы нашли его. Последний, шестой. И сейчас мы с тобой должны будем как-то правильно их собрать. И у нас куда-то откроется проход. Стопудово. Я это чувствую. Как в этом, в мультике «Хранители снов». Нутром чувствую. Так, давай цветочки здесь распустим. И сюда сходим, проверим, что здесь. А, здесь у нас с тобой просто этот разрушенный тотем. Так, ну что? Сейчас мы, по всей видимости, будем собирать как-то. А как? Мне непонятно. Мне же их, наверное, надо привести за собой, нет? Или не надо? Еще бы увидеть рисунок или что? Какую-то подсказку же мне надо, получается. Сезоном баловаться? Ну точно! Мне надо баловаться сезоном. Так, давай сделаем себе весну. А что нам весна? Смотри, вот видишь, тут какие-то еще эти штуки. Зиму сделать? А что нам зима? Нам нужна подсказка. Мне нужна подсказка. Где-то, по всей видимости, должна быть какая-то подсказка. Ну смотри, я не понимаю, что вот это значит. Какие-то знаки-то присутствуют. Раз, два, какой-то зигзаг непонятный. Что это за зигзаг непонятный? Ты же видишь, да? Вот какая-то штука, вон какая-то штука. По всей видимости, может быть, эти штуки открывают вот какие-то из вот этих проходов. Только единственное, что мне надо сначала светлячков выманить. То есть, например, вот раз, два, потом вот это три, типа. Вот это четыре. Потом, смотри, должна быть... Вот это 5, вот это вот, вот это. А вот это 6. Но мне надо светлячков привезти. У него лис другого скина. Ну, видимо, лису можно сделать... Как-то поменять ему, разукрасить его. Так, смотри. Вот, наверное, вот эта подсказка, видишь? Так, 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 так. Давай их поведем с собой. О, смотри-ка, смотри-ка. О, она нам отдаст сейчас. Зелененькая такая. Ну подожди, но детвору-то мы поведем с собой, нет? Мне же зачем-то нужны эти, подожди, светлячки. Или нет? Они крутят сейчас. Как у большой мух, да. Очень большой. Я, короче, даже не предполагаю. Давай, сделай мне лето. У нас лето!
Блин, мне нравится музыка. Он такой, нетушки, давай делать весну. Ух, меня прям куда-то удуло. А, сейчас у нас сосна вырастет, смотри. Мы вырастили себе сосну. Это, короче, надо вот в эту игру играть. Фантастика, да. В эту игру надо играть, когда ты устал очень сильно. Приехал с работы и такой просто на чили, вот балдеешь. Такой еще вот так вот откинулся в кресле своем. Ноги на стол закинул. Ну погнали. Шифтуй, лис, шифтуй. Беги быстрее ветра. Ой, малыш, тебе, наверное, надо сделать зиму. Ты должен ходить по воде. О, нет, слушай. Тут что-то другое должно быть. Наверх надо, наверное. Или нет? Сейчас придумаем, подожди-ка. А если мы себе сделаем... А что мы можем себе сделать? Осень давай попробуем сделать. Ну, осень это не вариант. Мы, наверное, должны сделать себе что-то, когда мы сидим на грибочке. На вот этом. Но это непонятно, это не грибок, наверное. Мы сейчас на него залезем. И сделаем себе весну. Ну, он... А если лето сделаем? Что будет? Вода будет. Мы сделаем себе воду, еще воду. А, он всосал в себя, смотри. Прикинь. Блин, это такая бомба, прикинь. Я додумываюсь ровным счетом в тот же момент, когда ты пишешь сообщение. Это вообще бомба. Не каждый может принять участие. В ритуале. Но мы примем. Игра вообще бомбовая. Прям бомбовая. Артём, я прям безумно тебе благодарна. Вот получается, что про шарфик бомба. Что вот эта бомба? А Мишка был. В самом начале был Мишка. Да. У нас Мишка был. А что летом делает этот... Он, наверное, ничего не делает. Он нам не нужен. Мы уже вырастили все. Мы в святилище, ребята! Нам осталось... А, нам не сюда, нам вниз. Нам чуть-чуть вниз. Медведь самый первый был у нас. Мы к нему пришли и таки говорим, Миша, Мишенька, медведь, научи меня пердеть. Вот так и было. И он такой отдает вот этот вот кружочек. И такой вот так ложится. Начинает крапеть. И такой... Как мы сегодня в игре. Так и было. Все, готово к ритуалу. Все, идем. Давай. Маленький лис, давай. Сюда? Или надо было понизу идти? Сюда. Мой кретинизм все равно зашкаливает. Даже в таких играх. Вроде вот, ну куда еще пойти? Больше некуда пойти. А сюда идти? А я туда иду. Давай, давай, лапки свои тяни. Как будто это дементоры высасывают жизнь. Не может разделить? Почему? Мы теперь единое целое. Well, that's too bad. If he doesn't want to go, that's his problem.
Нет, нельзя. Они просто хотят мною пожертвовать, что ли? Но я же должна жить. Лиса должен жить. Да что за вечный двигатель? Танцы какие-то дикие просто происходят тут. А! Они в лиса входят по очереди. Да, танцуют все. И вот он. So, do you feel different? Has anything changed? Что-нибудь изменилось? I don't understand. Why am I still stuck in here? Ха-ха, на утро выйдет черепаха, так точно. It's because of the fox, I'm sure. Конечно, лис во всем виноват. Maybe it's you. Я? Yeah, I should have guessed. You're in cahoots with the guardians, aren't you? Я вообще ни при чем. Он постарается выполнить ритуал снова в скором времени. Какой грубиян! А как же мой лис? Что за дела вообще такие? Смотрите! Еще лиська! И что теперь надо? Надо заново все. А, надо получается. У меня теперь все 4 времени года. И по всей видимости, слушай, я, наверное, должна пойти и собрать заново все. Заново попросить у каждого хранителя. Да? Возвращаться к мухе? Давай к медведю пойдем. Вот медведь. Сейчас медведь скажет, иди нахер, я тебе уже все отдал. Знаешь, тебе надо, ёптать. Я приперлась опять сюда. Только в другом виде уже. I feel like I've been asleep forever. Проспал вечность. But what's that smell? Who let an animal into our forest? Кто пустил зверя в наш лес? Yes, I remember a fox. What's a fox doing here? Что здесь делает лис? It's dangerous for a creature like that to enter the forest. Это опасно. To eat. Это было очень опасно и безрассудно. Но я пошла, получается, на поводу. И я, получается, сейчас что? Это моя астральная проекция. Так ведь получается, да? Hey, you, the one running and jumping around the place. Ну что такое? Yes, you. А, вот, Мишка, смотри! Он говорит, он отвечает, прикинь, семечко, ты? Don't make me laugh.
What gave you the idea? Прыгает. You may look like one, but you aren't a fox either. Wait a moment. I do know a seed, yes, but I don't sense her presence. Он там валяется мертвый. There's something strange happening to this forest. Что-то странное происходит с этим лесом. Why have the guardians fallen asleep? Почему другие стражи заснули? You seem to know more than me, fox. Я, конечно, знаю больше. Could you please help me understand what's going on? Надо помочь понять, что происходит. И как мы это сделаем? Maybe you've already walked past one of these huge stones scattered throughout the forest. Камни? If you want to help me, go to the foot of one of them. А я не помню, где такие камни у нас. I'll explain how you can make yourself useful. Он объяснит, как я могу пригодиться. А как мне понять, куда идти? Где же я найду такие камни? Я не знаю, где. Плюх! Но, наверное, не здесь. Наверное, где-нибудь в святилище, может быть, есть. М? Долгая история про красную шапку. Медведь сказал везде, много где по лесу, да? Так, тут у нас предки с тобой, да? Может быть, мы найдем, конечно, тут камень, я не уверена. Надейся, что не хентай история. Так. Блин, давай попробуем все-таки сходить сюда. Они вот так говорят. Так, подожди, а тут это... Это мне нужна будет тут зима. Так, тут у нас с тобой грибок, но мы можем залезть и так. Кто сказал хентай? Это все Артур. Так, смотри, смотри, может быть, нам надо все-таки... А зачем вот эти фигни нам? Что здесь будет? Вылезла медуза! Смотри-ка! А что здесь будет? Сейчас, смотри, вырастет грибок. И куда мы? А смысл? Какой? Какой смысл был в этом всем? Смотри! Кто сделал это? Кто это сделал? Камни ветров были заколдованы. Мы должны снять чары, которые держат ветра в плену. Я бы хотела сделать это сам, но я еще слишком слаб. О, мурашки побежали. Метель. Зима, зима. Лианы обвились вокруг камня, и он не может дышать. Лис, я молю тебя, найди способ освободить камень. Как, блядь? Ну как мы это сделаем? Так, давай думать, что у нас здесь есть интересного. Так, что будет осенью с этим цветком? Ни черта. Медуза там может быть нужна. А давай попробуем найти медузу. То где наша медуза? Медуза! 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 Идем ко мне. О, смотри! У нас с ней прям такая связь, как у светлячков. Медуза, ты поможешь? А если, например, зимой медуза? У нас же типа зима. Еще. Чего происходит?
Осень. Давай сделаем тогда весна. Не весна. Давай сделаем тогда лето. К бутону? А, так вот почему он там зеленый. А там летом бутон распущенный. И? А, смотри, смотри, смотри. Убирает. Смотри, у нас еще одна медуза с тобой была. Где-то еще медуза. Две медузы было. Где вторая медуза? Где вторая медуза? Пошли искать медузу. Так, а ты что хочешь? Кто ты такой? Что ты? Кто ты? Что ты? Куда мы его погнали? Так, ему, наверное, надо не сюда. Ему, наверное, надо в другую сторону. Ой, я возьму тогда другого. Нафиг ты мне усрался. Вот этот тогда пойдет в другую сторону. У нас тут было с тобой две медузы. Иди давай, иди. Ой, он не нужен, значит, нам. Ну и в рот компот. Так, погоди. У нас должен быть еще один... этот тотемчик. Вот тотемчик, вот тотемчик. А где... А? А? Непонятно. Это что такое? Это какая-то штука интересная. Какая-то штука непонятная. А! Телепорт! Медузу нашли! Пойдем искать цветочек теперь. Ту-ту-ту. Иди ко мне, за мной. Пойдем цветочек искать. Лифт. Да, лифт. А что она там? Куда она там делась, засранка? О, вот тут грибочек надо сделать. Она поди опять там засела в этот. И сидит. Ой, мы, наверное, сейчас медведю поможем, ребят, и на сегодня закончим. Вот она, моя медуза. Пойдем. Пойдем, пойдем со мной. Так, надо найти цветочек. Где же у нас цветочек? Так, мы, наверное, себе сделаем лето. И сейчас мы через лето пойдем. О, ёптыть. Так. А вот этот больше, наверное, не возьмет. Ну, логично, что он не возьмет. Я бы не взяла больше. Значит, у нас с тобой с этой стороны. Мы идем по вот этим вот штукам. И мы найдем цветочек по ним. То, что видишь, вон тут сколько. Господи, бедолага. Нам, наверное, нужно, знаешь что? О, да, давай. Цветочек, наверное, где-нибудь там, сверху. И сейчас мы себе сделаем вот так. Мы вырастим чуть-чуть. Очень интересно. О, вон цветочек, смотри-ка, я увидела. Я увидела цветочек. Лето теперь, лето. У меня почему-то сразу в голове снеговик Олаф с летом. Когда он пел, что он станет счастливой лужей.
Так, ну давай. Раз. Давай. Не надо же на плюху прыгать, или надо на плюху прыгать? Получается, надо на плюху прыгнуть. Хорошо. Мы не гордые, мы прыгнем на плюху. Получается, чтобы заработало, надо на кнопочку на эту. Нажми на кнопку, получи результат, что говорится. Чпуньк. И все, сейчас уйдет вторая штука. У нас еще третья есть. А у нас было разве... А у меня же было две медузы. Нет, слушай, было три медузы. Мы когда к медведю спускались, там у медведя... Где к медведю вход? Где вход к медведю? Туда была еще одна медуза. У-у-у-у-у-у-у. Сейчас пойдем. Так, тут у нас с тобой мы все уже использовали. Так. Вот смотри, вот у нас цветуёчек. Вот у нас цветуёчек с тобой. А медузка-то где? Медузка где? Дерево у нас с тобой. А мы сюда ходили, слушай. А, вон, смотри. Лифт, наверное, наш. Мне надо сюда привезти, значит, этого козявика. Господи, как интересно. Так, а чтобы привезти козявика... Подожди, у нас вот здесь, по-моему, с тобой медуза и должна быть вместе с медведем. Нет? Вот, смотри, медуза. А вот тут медведь сидит. Лис, что ты здесь делаешь? Я медведь. Помогаю. Я помогаю. Там уже столько предстоит сделать. Скорее. Пойдем, поможешь мне. Смотрите, как она лепешится за мной. Мне сейчас надо сделать зиму. И сейчас залезем наверх. И получается... Цветочек, вот, лето делайся. Мы сейчас спасем камень. Оп! Они то что-то делают. Да-да. Я же нажала. Чипуньк. Там где-то поверху, смотри, ему надо, видимо, чтобы я там наверху где-то нажала. Сейчас, наверное, надо сделать осень себе, чтобы грибочки распустились, и я по грибочкам пойду. Чтобы нажать на кнопочку. Давай. Шпуньк. Так, вот еще будет кнопочка, смотри. Ой, бляха-мух, промазала. Я думала, прям аккуратно на нее упаду, а не получилось. Вот так вот, на нее. Так. Салам пополам. Привет. Ого. Смотри, возможно, нам... Сейчас надо будет там что-то наверху. Да, смотри. Обалдеть. Вот это прям туннель, да? Куда-то прям вообще завела. Нелегкая нас судьбинушка. Но подожди, этого недостаточно. Вот еще есть. Вот еще одна. А теперь все. И сейчас последний убежит корень. И мы освободили камушку. Игра стала усложняться, да. И что происходит?
Это подожди, это мы должны сходить к каждому стражу и помочь каждому из них? И что происходит? The wind may start blowing again. Ветер может снова начать дуть. Он приведет меня к семени. Надо позволить увести себя. Я позволю. Какие-то колюки, смотри. Мы упали. А туда что? А куда идти-то надо вообще? В какую сторону? Не в эту! Наверное, все-таки в эту. Как будто погоня какая-то должна быть сейчас. Такая музыка. Мы пришли, смотри! Мы пришли к временам года. А что надо сделать? Кто здесь? Я здесь! Я ничего не испортила! Меня выгнали. What happened, Fox? Have you found the seed? Я нашла что-то. I can't find her anywhere, but I'm starting to sense her presence. I think. А лисенок мой там лежит. She must be hidden here, in the very heart of the sanctuary. Three other stones of the winds have been enchanted. Еще три камня ветров есть у нас. Очень нужна моя помощь. Попробует найти семя он, а я буду высвобождать камушки. Но мы, ребята, с вами это будем делать уже, наверное, на следующем стриме. Потому что сегодня я предлагаю нам с вами закончить. Это все, конечно, очень весело, но сегодня моя попа уже прям квадратная. Так что давайте мы с вами сделаем вот так. И сейчас я сделаю вот так. Оп, монитор уберу. Так. Все. Вот так. Сегодня мы вообще прям мега молодцы. Наиграли прям, ух. Килотонну игрушку сыграли. Мне все очень понравилось. Да, играю уже дофига. Прям дофига, уже жопа квадратная, на месяц вперед наигралась. Нет, на следующей неделе мы обязательно встретимся. Если получится, мы встретимся также с Тёмкой и Сиэль. Если в пятницу получится, то в пятницу. Если в пятницу не получится, то только в субботу. По времени там сориентируемся уже. А сегодня всем спасибо, кто присутствовал. Рада была всех видеть, читать, лицезреть. Всем спокойной ночи, кому-то, может быть, уже доброго утра, завтра отличного дня, прекрасного настроения, никому не болеть, одеваться тепло, потому что погода еще непонятная. Опа! Опа! Вот так вот приключилось, да, мы заканчиваем, ребятки. Все, еще раз всем спасибо. Всем чмоки-чмоки в обе щеки. До встречи на просторах интернета. Пока-пока. Только из душа вышел он, с легким паром. Все, бай.